У тебя есть лишние скины? Не против обзавестись парой крутых шмоток в CSGO? Тогда наш сервис точно придется тебе по вкусу. CSGO Farm. Делай ставки. Поднимай шмот. На CSGO Farm. Всем привет, друзья, с вами снова Кофи, и у нас сегодня очередной патрульчик в CSGO. Значит, наблюдаем за нашим подозреваемым, он играет на карте DDoS 2, за сторону КТ. Ну и тут, ребята, давайте поставим на замедленную паузу, перестреливаться с игроком, который находится в верхней темке. И, ну, тут, ладно, тут понятно, тут, в принципе, ничего такого интересного он пока что нам не продемонстрировал. Но давайте смотреть дальше, подобрал он у нас первый девайс, это P90. Кстати, раунд уже 17-й по счету, я только сейчас это заметил. И, конечно же, спецназ жестко проигрывает. Я тогда не знаю, почему тогда террористы дали репорт на этого игрока. Но все же, ребята, досмотрим этот патруль и посмотрим. Вот, смотрите, вот давайте вот сейчас замедлим, просто смотрите. Вот он наводится, так, берет прицел и начинает сразу стрелять. Вот... Возможно, были шаги слышны, да, возможно, тут шаги были, да, ребята, на лестнице, возможно, были шаги, но вот этот префайр меня немного смутил, немного вот что-то вот, не знаю, ребят, так, ну, тут он перестреливается с игроком, и, в принципе, прилетает вот такая вот, ему просто плюха, вот такая вот, бенч, и все, просто хедшот. Ладно, хорошо, давайте смотреть следующий раунд. Очередное эко у нас продемонстрирует сейчас наш подозреваемый, прыгает, веселится, только что он не делает. Кстати, купил он дигл, одно из самых любимых, как мы знаем, оружие, естественно, читеров, хотя я тоже в последнее время стал играть с этим оружием, но вы не подумайте, ребята, я ни в коем случае читер, я, ну, рак, ну, ладно. Итак, смотрите, перестреливается с игроком, который только что забежал на Б-план. Ну, стреляет, как бы, тоже ничего интересного. Чё ты как-то не особо интересный. Сегодня нам попался какой-то скучный подозреваемый, ребята, вот не знаю. Чё-то ничего интересного не показывает, стреляет, но... Ну, смотрите, такое, как бы, ну, не очень интересно, согласитесь, да, но все-таки давайте досмотрим, может быть, это он сейчас, как бы, не хочет, как бы, продемонстрировать нам все на то, что он способен, все на то, что он умеет, да, вот, поэтому будем смотреть до конца, естественно, потому что все-таки нам нужно выявить, дать вердикт наш, да, как бы, ну, тут чистая стрельба, тут, как бы, хорошо, попадение, ну, такое нормальное, ребят, то есть убивает чисто, и ничего особенного пока что я не заметил. Ладно, давайте поставим пока что на ускоренную перемотку. Все равно я пока ничего не вижу особенного. Так, он у нас сейчас выбегает в нижнюю темку. Один террорист сейчас будет выбегать на зиге. Да, смотрите-ка, вот я по карте определил. Смотрите, бежит по зиге. Ну-ка, вот интересно, смотрите, наш подозреваемый наводится и... Бенч! Хо-хо-хо-хо! Нифига себе! Охренеть! Так, слышно шаги, которые отдаются у нас вот оттуда, и... Бенч! Ну вот, смотрите-ка, ребята, он тоже как-то смахивает немножко на ВХ, по-моему. Ну вот есть такое, что-то нечисто, смотрите. И такие хэдшоты красивые это дает. А вот давайте вот сейчас, смотрите, тут игрок находится у нас на подъеме, и вот если он сейчас сразу начнет стрелять туда... Бенч! Просто сразу. Ну, нет, вот тут префайра, по-моему, не было. Вот тут не было префайра, ребят, смотрите. А вот тут будет? Вот тут будет ли он или нет? Давайте посмотрим. Итак, смотрите, стреляет, надеюсь, что там кто-то есть. И... Нет, ну тут все пока нормально, ребят. Не знаю, зачем, почему дали, собственно говоря... Так, это что у нас за карусель начинается такая? Не понял. Это что за карусель такая была? Кстати, я помню то, что у читеров, у многих есть такая карусель. Они, короче, вот так вот крутятся вокруг себя и потом просто убивают всех вокруг. Надеюсь, это не тот случай, потому что если сейчас такое будет, то, ребята, я... Меня сейчас просто... Ай, как кружится-то голова! Смотрите, что происходит. Давайте включим Это самая замедленная съемка. И вы просто посмотрите, как он жестко крутится. Я не знаю, сам он это делает или с помощью какой-то программы, но у меня сейчас просто закружится голова. Карусель, на-на-на-на-на. Ну, давайте-то включим ускоренную перемотку, ребята, потому что наблюдать за всем этим я не хочу. У меня реально сейчас закружится голова. И, а вот сейчас, смотрите, он забегает в банку. Он забегает в... Вот, смотри, давайте мы сейчас просто... Вот мне интересно, убьет, не убьет, убьет, не убьет. Что? Какого? Как? Чего? Что это? Он, смотрите, он... Подожди, нет, не убил. Убивает! Как он убивает? Как? Подождите, ситуация 3 в 4. Хорошо, один игрок на ТРСПе, двое на АПУНТе. Блин, что делает наш подозреваемый? Ребята, это первый раз попадается такой читер. Смотрите, как он...
Чё это сейчас было такое? Вот чё он творит? Смотрите, как он стреляет. Он просто What the fuck? What the fuck? Просто что это такое? Это вообще лоу. Погодите, ребята. Ну это читер, это же сразу понятно. Ну невозможно так. Вот смотри, давайте досмотрим. Вот, блин, мне реально сейчас глаза крутятся, ребята. Просто выпуск не для слабонервных. Ааа, кружится. Это покруче всяких аттракционов. Блин. Так, подождите, а вот что сейчас происходит, я не понимаю. Давайте ускорим. Ну, тут он выбивает этого, да, и остается последний, который находится в яме. И давайте смотри, вот он бьет. Убил! Пипец просто, ребята. Я думал, что таких читеров уже вообще нет. Я думал, что таких игроков, которые используют именно вот этот чит, их уже давным-давно всех перебанили. Ну нет. Охренеть. Просто охренеть. Не, ну тут уже понятное дело, что он как бы читер, потому что, блин, такое продемонстрировать, ребята, ну это, конечно, вообще... Это прям вообще, блин. Ну, вот он, конечно же, хедшот предсказуемо уже, понимаете? Это, естественно, предсказуемо, то, что это будет хедшот. Смотрите, он сейчас будет спускается в нижнюю тёмку, как раз-таки находится террорист на... вот тут вот у нас, да? У пальмы стоит сейчас. И, конечно же, наш подозреваемый выходит. И вот спорим, что сейчас он даст... Вот смотрите, вот сейчас прилетает этот хедшот, смотрите. Хедшот. Ну, давай хедшот. Ну, что ж ты так? Конечно, хедшот, господа. Это понятное дело, что будет хедшот. Это же читер. Это же ведь гребный читер. Вот, блин, я вон. А это кто? Просто команда читеров. Посмотрите, что с ним происходит. Ой, лол, просто смотрите, что творят. Капец, убивай, смотрите, прострел, ну давай, простреливай, что ж ты, не простреливаться, да, чувак, что ли? Ай, вообще, лоб, посмотри, если сейчас еще и этот кружится будет, я вообще играть буду, что это за, вот что это такое, посмотри, ой, лоб, вообще, я не могу, они еще, что-то еще ждут, еще руки почернели. Капец, ребят, ну это, блин, ну давайте просто досмотрим, поугараем. Так, хедшот один, сейчас будет второй. Сейчас, смотрите, вот от того убивает, смотрите, я отвечаю, вангую, просто нет, не убивает. Ну, другой убивает, читер, как бы, но все же. Нет, ну это просто угар, господа, блин. Таких я реально думал, что читеров уже больше нет. Капец, ну посмотрите вот на эту карусель. Можно просто включить сразу ускоренную перемотку и просто наблюдать за теми убийствами, которые он сейчас будет делать. Вот смотрите, сколько... Нет, да тут даже смысла... А тут, понимаете, смотрите, счет хоть 12-9, но это сразу и понятное дело, естественно, что как бы контртеррористы выиграют, да, вот. Нах! Просто бич, просто хедшот, на, полови. Молодец, получай. Ну, это сразу понятное дело, ребята, естественно, что как бы команда контртеррористов здесь победит 100%, потому что против таких читерастов-то играть это, конечно, не дело. Вальвы нужно, ребята, сразу банить таких просто моментально, понимаете? Но, к сожалению, я реально думал, ну вот, блин, ребят, вот вы видели, вот когда в последний раз вы видели вот такого читера, вот напишите в комментариях. Я помню, у меня был один такой звучик, когда я играл с таким, но это было где-то летом. Это было, то есть давно было, да, месяца два или три назад, что-то такое. То есть уже прошло реально довольно-таки много времени, за которые, по идее, должно было забаниться дофигища таких игроков. Но, капец, просто это несерьезная игра, понимаете, господа, это несерьезная игра. Если вас бесит вот такие вот игроки, если вы ненавидите таких игроков, которые все время читерят, которые все время мешают вам в катке, которые все время просто не дают вам повыситься, достичь нового ранга, да, ребята, ставьте большие пальцы вверх, пишите в комментариях, что это действительно так, что вы просто терпеть не можете таких людей. Но это реально, ребята, это не Counter-Strike, понимаете, это не контра, это уже что-то другое превращается. Это просто игра, которая, вот я не знаю, как назвать даже эту игру, понимаете, просто... Это не шутер, это просто угар начинается. И угар причем только для тех, у которых есть щиты. Ну, смотрите, сейчас зарежет просто. Ну, это, конечно, тоже дебил глухой, вообще ничего не слышит. Ну, как можно не слышать, что сзади него кто-то находится? Ну, как? Ну, что это? Вот, да ладно. О, неужели? Услышал, заметил.
Ой, смотрите, уж почистил и сразу услышу. Ну, хэдшот, хэдшот. Чё, где хэдшот? О, наконец-то хэдшот. А вот зачем он перезаряжается, я не знаю. Ну, сейчас по-любому еще один хэдшот будет, смотрите. Смотрите, хэдшот. Хэдшот. Предсказуемое поведение читеров, ребята. Просто, понимаете, читеры, они настолько предсказуемые игроки, что их можно вычислить. Вот если читер не палится, да, то вот трудно, конечно. А вот тут... Раз хэдшот. Вот давай второго еще вот этого оформим. Давай, ну чё ж ты. А что ж ты промахнулся-то? Ты должен был ставить хэдшот. Где ж твои читы? Ой, хорош. Я-то думал, ты уже... Ой, ладно, ребята. Чё-то, блин, ну это вообще на самом деле капец. Я... Блин, просто в шоке, я не знаю, что сказать по этому поводу. Я думаю, что таких читеров уже реально нет, но, как вы видите, ребята, патрульчик-то свеженький, вот, поэтому читеров таких еще дофигища, как я понял. Вот, смотри, еще хэдшот еще, давай. Ну, пропишет. О, да ладно, убивает нашего подозреваемого. И на этом заканчивается, ребята, наш патруль. Естественно, помощь прицельной была, помощь в обнаружении была, другие... Было... Было! Просто по полной программе, ребята, даем ему наш вердикт. Просто, ребята, мне кажется, что вы все должны быть 100% согласны со мной, что данный игрок это читер. Плюс в команде у него с ним был еще один читер. Жалко, мы его тоже забанить не можем, к сожалению, ребята. Но мы, надеюсь, поработали сегодня на славу. Мы, надеюсь, мы его забанили. Надеюсь, что скоро мне придет уведомление от самого Вальва. Типа, спасибо за службу, типа, мы его забанили. Но я не знаю, когда это придет. Идет, ребята, ну и на этом, в принципе, все. С вами был, как всегда, Кофе. Ребята, единственное, о чем я вас прошу, это не читерить в игре, потому что это не дело. Играете без читов, вы настоящие пацаны, вы реально крутые чуваки, играете с читами, вы просто, не знаю, прям уважение сразу теряете, понимаете, вот реально, вот сразу удаляйте щиты и все. Ну, а на этом все, ребята, еще раз повторюсь, что с вами был Кофе, подписывайтесь на канал, ставьте большие пальцы вверх, оставляйте свои комментарии по поводу данного читера, пишите, я не знаю, что вы думаете насчет этого, ну, а на этом я прощаюсь с вами, всем пока-пока.